Цена ошибки в обороне – сибирское чемпионство. На футбольном поле никто не хочет уступать и пяди. С бровки за воспитанниками наблюдает тренер. Он и подбодрить может, и при случае за словом в карман не полезет. Достала ты меня! Игнатьевич, Первенство России среди девочек до 15 лет в Кузбассе проходит впервые. Четыре лучших команды из Кемерово, Новосибирска, Красноярска и Барнаула на стадионе «Шахтер» оспаривали золото, пожалуй, самой зрелищной возрастной категории. Девчонки показали, что умеют элегантно обводить соперника, играть на коротке и, конечно, прицельно бить по воротам. Это преимущество победителя. Они дают уверенность в себе. Это очень важно, чтобы девчонки в таком возрасте забили гол. Чтобы девчонки в таком возрасте вот умели побеждать. И умели именно побеждать, именно вот обыгрывая тяжелого соперника, сложного соперника. И эти игры нам дают такую возможность. Переходный возраст самый трудный для обучения, признаются тренеры. Но именно сейчас футболистки созревают как профессионалы. В большом футболе остаются единицы. Таких на поле видно сразу. Иногда и все получалось. Иногда игроки пропускали мяч. И приходилось на всех кричать всем. Иногда брали хорошо, отпинывали, принимали. Ну, эмоций очень много, и хороших, и плохих. И когда мы сейчас гол забили, который для нас он был важен, и это большая радость. С трибуны за свою команду переживает основной состав Кузбасса. Более опытные футболистки недочеты и преимущества младших видят сразу. Наша сильная сторона считает, что центр нападения, крайние фланги и центр защиты неплохо играет. Давайте, девчонки! Кемеровский Кузбасс! Кемеровский Кузбасс! В финале первенства кемеровчанки обыграли Красноярск со счетом 4-2. Теперь победительницы поборются за российское чемпионство в финале, который пройдет уже в ближайшие месяцы. Остап Григорьянц, Антон Ивачев, Александр Белкин. Новости моего города.